Я круче своей дочери. Конечно, я круче, чем моя дочь. Какая разница, сколько нам лет? В душе нам всегда 18. Шоу «Горячие мамочки» находят удивительные парочки. Глубокое декольте мне однозначно идет. Ты меня бесишь. Ты посмотри, как ты-то одеваешься. Посмотри, джинсы варишь. Мама, которой надо повзрослеть. Меня закалили 90-е, я не убиваю. Или дочь, которая больше похожа на бабушку. Жюри принимает решение, кто должен измениться. Мама, дочка или они обе. И наши стилисты все расставляют по местам. Объем-то мы сохраним. А волосы? А волосы есть. Как получится. О май гад! Ах, красота – страшная сила, а скорее бесстрашная. Потому что на шпильках по пляжу – да легко. В бане с макияжем – да как будто так и надо. В короткой юбке по темным переулкам – да кто так не ходил? И только немногие из нас задают себе вопрос, а умею ли я одеваться? Потому что чаще всего этот вопрос мы слышим из уст своих родственников и поднимаем бурю в стакане. А может быть, не стоит? Потому что для решения таких вопросов существует наша программа. Это «Горячие мамочки». Смотрите нас. Совсем скоро вас ждет продолжение блокбастера «Поменяться местами». И не говори, мам. Так и нравится выглядеть. Вам хорошо. Мама носит легкомысленные платья и бегает по дискотекам. А дочка ходит в строгой одежде и занимается хозяйством. Я умею чистить картошку. А прямо сейчас вы станете свидетелями бескомпромиссной войны стилей. Ты что, гуашью, что ли, красилась? У тебя в глазах рябит. Ну, светские львицы все такие. Посмотри на себя, какая ты светская львица. У тебя рубля на жвачку нет. Я ж дура сама за тебя платить. Она постоянно гуляет, выпивает, с мужиками на машинах катается. А я считаю, что надо учиться думать о карьере. Клубы, рестораны, кафе. Ну, блин, ну, мне 19, я хочу жить. Я могу одеть что угодно, на самом деле. Ну, конечно, в грамм у них разумно. Я, например, не выйду, извините меня, в нижнем белье на улицу зимой минус 30. Она говорит, что я одеваюсь не по возрасту. А было такое, что я выкидывала вещи с балкона с ее. Ну, в принципе, мои полетели следом. У нас это нормально. Мы несколько раз, да, дрались и... Ну, в принципе, да, серьезные были последствия. Она, кстати, очень маленькая, но она сильная. Вот. Поэтому я с ней, на самом деле, очень боюсь драться. Она как ночь, она в ярости страшна. Наташ, что ты опять стоишь над душой? Оделась опять, как квадрат Малевича? И пугаешь меня. Я круче, чем моя сестра. Привет, это мы! Добрый день. А где оркестр? Где цветы? Ну? А оркестранты уже давно за шаурмой уехали. Вот, как бы. Пока вы ехали, все цветы уже засохли. Что ж, тогда пойдем к гардеробу, что ли? Пойдемте. Ксюш, Наташ, ну, по-моему, здесь все понятно. Одна выглядит очень сдержанно, другая слишком ярко. Да, да. Нас все различают, зато мы не похожи. Это точно, вы настолько не похожи, что я просто удивляюсь, как в одном семействе могли вырасти такие сестрички. Она почему-то считает, что человек, молодой человек должен быть в костюме, в очках, с этим, с портфелем, грубо говоря. У меня молодой человек такой же, как я, серьезный. А не вот эти вот, которые убегают из пивнушки, как у Ксюши, вот этим пивищем, и орут что-то вообще непонятное. Ну что ж, чем сможем, тем поможем. В конце концов, я здесь как раз-таки за этим предлагаю сейчас разойтись по-хорошему. Эгоистка? Эгоистка. Молодой человек ее бросил. И он ей сказал, мне нужна ласковая девушка, чуткая. А ты что? Не ласковая? Ни разу не чуткая? Хулиганка, да? Наверное. Я ее, конечно, очень-очень люблю, но хулиганка. И что, правда она вот все время ходит в таких блестящих платьях, даже в институт? Всегда, всегда. Сегодня, я могу сказать, она даже еще накрашена не так ярко, как да? Она иногда. Ой, что такое? Не успела просто? Наверное. Ну, ты в твои годы одеваешься слишком, как уж зрелая женщина.
когда человек видит тебя серьезную, то, наверное, он и будет к тебе относиться серьезно и там на работу предлагать. Не как, Ксюша, сидеть на шее у поклонников. Ты считаешь, что ты круче, чем твоя сестра? Да, я считаю, что я круче, чем моя сестра. По крайней мере, у меня есть будущее. Какое платье чудовищнее. Даже моя бабушка лучше носила, чем она. И не говори, мам. Так и есть. В ванну не достучаться. О, у тебя мама Катя Лель там. Что такое? Точно-точно похоже. Ну, в какой момент вы настолько отдалились друг от друга с сестрой? Это случилось года 4 назад. Она пошла в школу-академию телевидения. Все ее вещи, которые были, на мой взгляд, как раз подходящими для молодой жизни, вообще испарились из шкафа. Но мне кажется, она уж слишком строга к себе. Она вот почему-то вот... Да и к тебе тоже вообще-то. Ну, ко мне это отдельный разговор. У нас с ней очень тяжелые отношения. Впрочем, у меня что-то в голове присутствует. Поэтому, если надо, я включу голову. Ну, просто... Но тебе не надо пока. Просто мне это не надо, да, грубо говоря, скажем так, да. Скажи, ты считаешь, что ты круче, чем твоя сестра? Да, я считаю, что я круче, чем моя сестра, потому что я умею жить сегодняшним днем и буду продолжать это делать на протяжении еще многих лет. Сегодня в качестве экспертов мы пригласили людей, которые в своей жизни видели немало счастливых женских лиц и немало мужских несчастных. Сегодня у нас жюри – продавцы ювелирных изделий. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, я вас познакомлю с двумя сестричками. Ваша задача – посмотреть на них внимательно, ну и высказаться на их счет, конечно же, и определить, кто из них сегодня отправится на встречу со стилистами. Какое платье чудовищнее. Даже моя бабушка лучше носила, чем она. А макияж? Нужно открыть чуть-чуть ноги, сменить чуть-чуть одежду. Мне так только в клубе можно идти. На улице где-нибудь, на совещании нет. Но зато красивые очень ноги. Ну, по-моему, она только-только из клуба вышла. Мне кажется, им обоим надо что-то менять в своей жизни. Друзья мои, а мне кажется, что вам все-таки стоит немножечко посовещаться для того, чтобы, ну, не ошибиться со своим решением. Кто же из двух сестренок таки дождется сегодня встречи со стилистом? Посовещайтесь чуть-чуть. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Ну что же, приговор нашего жюри окончательный и обжалованию не подлежит. Одной из вас придется круто поменять свою внешность. Есть варианты, кто из вас это может быть? Мне кажется, это очевидно. Я думаю, что я и так совершенно, поэтому лично мне меняться не надо. Могу сказать, что вы всем понравились. Конечно, на вашу долю пришлось немало критики. Наташа, про тебя говорили, что ты скучна и немножко консервативна в одежде. А про Ксюшу говорили, что твоя внешность граничит с вульгарностью. Ну, справедливо. Про тебя, Наташа, говорили, что ты классическая. А про Ксюшу говорили, что ты яркая и неординарная. Я такое хотела впечатление составить, поэтому я добилась его. Вот это уже приятнее. Ну что же, пришло время огласить решение нашего жюри. Давайте быстрее. Хорошо, Наташ. Тебе придется пойти пить кофе. Потому что к стилистам отправляется Ксюша. Нет. Да. Нет, пожалуйста. Ты разочарована? Да. С жюри не поспоришь. Так что вперед к нашим стилистам. До встречи. Пока. До встречи. Я бы сделала другой макияж. Я бы, конечно, предложил бы в данном случае поменять стрижку, чтобы сделать ее более острой. Ну и, конечно, с дискотечным нарядом я бы тоже как-то бы постаралась что-то изменить и сделать более модное, современное и неординарное. Три года назад я изменилась вообще. Вот такая, какая я сейчас, я никогда такой не была. Я изменилась ради одного человека. Вот. Я боюсь, что сейчас у меня будет. Но я этого хочу. Все-таки кто не рискует, тот. Да, все будет хорошо. Совершенно не обязательно в дискотеку ходить синим и блестящим. Тебе очень идет этот спокойный, нежный цвет. Такая вся женственная, нежная девочка стала. Я очень за тебя рада. Ну что, Ксюш, ты готова увидеть себя? Мне кажется, я никогда не буду готова, если честно. Ты так волнуешься? Да, если честно, очень волнуюсь. Ну что же, твои волнения оправданы, потому что, Ксюша, это ты. Это я? Да, это ты, Ксюша.
Боже ж ты мой! Это прелесть вообще! Это нравится? Очень! Просто! Это круто! Это реально круто! Спасибо вам огромное! Спасибо нашим стилистам! Просто я вам очень сильно благодарна! Ну здорово! Все остались довольны! Да! А мама Катя Лель, там что такое? Точно-точно похоже. Я не любила там вот эти там бантики. У нас как-то надо сложить и пополам разделить, я так считаю. Поменяться им имиджем друг с другом и побольше есть овощей и фруктов. А тем временем Наташа уже готова осыпать свою сестру комплиментами. Посмотрим, как это у нее получится. Ксюша? Обалдеть! С ума сойти можно. Ну давай я тебя обниму. Красавица какая. Спасибо тебе огромное. Ну, молодцы стилисты у вас. Вы знаете, мне кажется, я даже немножко завидую ей, что ли. Не ожидали увидеть такое? Не ожидала, если честно. Но теперь ее точно стыдиться не буду. Да, точно такой красотке стыдиться не стоит. Замечательно, замечательно. Мне очень нравится. Ты сама-то довольна хоть? Да, я очень довольна. Я осталась в полном восторге. Ну что, девчонки, теперь не будете ссориться? Конечно, нет. Разве можно на такое чудо сердиться? Теперь у нас дома будет мир. Ну, хоть что-то. Обещаем. Если мама танцует, а ты пишешь эссе, если мама танцует, а ты готовишь обед, если мама танцует, а ты читаешь Гоголя или Гегеля, может, стоит все бросить и начать танцевать? Что, ну что, может, на танцы со мной? У меня сессия впереди. Нужно готовиться. Девушка должна быть подтянута, красивая. Ну что ты там себе только сидишь, книжки свои читаешь и зрение портишь? Увлекаюсь танцами, фотографией. Люблю жизнь во всех ее проявлениях. Короткий топик, там какие-нибудь джинсы, то есть вот так. Сидите, смотрите, такие, ого. Ну, у тебя мама прикольная. Все-таки, наверное, сложно смириться с тем, что там, твоя мама не такая, как у остальных. Мам, давай быстрее, а ну я опаздываю. Когда куда-то идем, ее друзья как бы сначала не воспринимают. Те, кто не знает, что я мама, говорят, познакомь с подругой, познакомь с сестрой, или как-то вот так. Если бы даже вдруг у меня появились какие-то поклонники, то им явно бы не хватило места под нашим окном, потому что там мамины поклонники. Не знаю, как это папой, конечно, терпит. Но она немного преувеличивает, конечно, насчет поклонников. Да, хожу в клубы, со мной знакомятся молодые люди. Ее стиль тоже не особо нравится. Она одевает постоянно черное, постоянно очень стайл. У меня в будущем будет около 5 бизнесов. Я готовлю самую вкусную пасту. Я умею чистить картошку. Я круче, чем моя мама. Я круче, чем моя дочь, потому что у меня есть моя дочь. Правду говорят, в каждой избушке свои погремушки. Похоже, вот в этой избушке погремушек хватит на всех. А вот как мы их за ушко да на солнышко, или не будем никуда вытаскивать, прямо сейчас разберемся по ходу пьесы. Вот она, дверь, стучим. Здравствуйте. Здравствуйте. А что это вы тут делаете? Кино-то еще не началось? Проходите, сказали, без вас кино не будет. Проходите. С удовольствием. Наталья, надо сказать, вы выглядите очень так игриво. Сколько часов собирались? Как обычно, по 3 часа, по 4. Вы, оказывается, правда ждали? Я буду уделять себе время, любимый. И не говори, мам. Так и есть. Ванна не достучаться. Ну, знаешь, Настя, вот я на тебя посмотрю, мне очень бы многое хотелось в тебе поменять. Вот так надо зачем. Помогите, пожалуйста, как мне изменить этого ребенка? Давайте-ка прямо сейчас, девочки, мы перестанем драматизировать ситуацию, просто тихо, мирно. Разойдемся по своим комнатам и пообщаемся со мной с глазу на глаз. Давайте. Хорошо. Почему
бы вроде придираться. Мама выглядит элегантно. Давно это началось? Мне кажется, может быть, это вот на самом деле со школьных времен, когда я приходила в школу и говорили: «О, у тебя мама Катя Лель, там что такое?» Точно-точно похоже. Чуть-чуть похоже. Что не похоже на маму, мама так не ходит. И вообще, что это такое? И я немножко задевала, да. Но мне это было, конечно, приятно. Конечно, тешило свое самолюбие. Вот она решила какому-то прийти антагонизму. И это она вам назло, вы думаете? Мне кажется, возможно, да. Потому что решила стать антиподом. Вот. Начинается ссора с утра, с того момента, как только мы просыпаемся. Потому что мы просыпаемся примерно в одно время. То есть ей на работу, мне нужно там либо тоже на работу, либо в вуз. И все, то есть там дележка ванной, то есть там вещи, ты не так оделась. Там: «Мама, ну как ты можешь так выйти?» Скажи, а кого в этих ссорах больше всего слышно? На самом деле даже сложно ответить, потому что когда тебя, как. Наверняка. Ну да, если честно, то да. Слушай, ну в детстве ты ведь была совсем другим ребенком. Нет, на самом деле с детства, я думаю, то есть у нас были такие вещи уже. Терки? Угу, да. То есть я не любила там вот эти там бантики. У нас как-то надо сложить и пополам разделить, я так считаю. Поменяться им имиджем друг с другом и побольше есть овощей и фруктов. Сегодня к нашим стилистам отправиться? Нет, мама, это по-любому ты. В качестве экспертов у нас сегодня люди, которые, сами того не желая, заботятся о нашей красоте, как внешней, так и внутренней. А еще круглый год обеспечивают наш организм витаминами. Итак, у нас сегодня в качестве жюри продавцы овощей и фруктов. Здрасте! Готовы оценить двух девушек? О, они прекрасные. Вам достались такие красотки. Вот, посмотрите. Маму мало же дочки. Девочка очень хмуро, пасмурно одета. Свежий цвет, он всегда освежает, делает моложе, по-весеннему, празднично, по-женственному. Наш совет – поменяться им имиджем друг с другом и побольше есть овощей и фруктов. Давайте, вы посвящаетесь и примите единственное верное решение. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как самочувствие? Хорошая, отличная. Улыбайтесь! Вас же ждут перемены, одну из вас точно ждут. Да? Да. Я очень надеюсь. Кого будем менять, как думаете? Настю надо менять. Ну, что это, черный цвет, это что-то вообще, это депрессия полная. Я полностью не согласна, на самом деле. Мам, мне кажется, давно пора тебя поменять, потому что она слишком яркая, слишком какая-то непринужденная, ветреная. У нас как-то надо сложить и пополам разделить, я так считаю. Да, вот чтобы как найти золотую середину. Да, было бы здорово, но решение жюри уже есть, вердикт вынесен, и сейчас вы его узнаете. Сегодня к нашим стилистам отправится... Нет, мама, это по-любому ты, я уверена. Настя, я думаю, ты в черном ходить нельзя. Наташ. Я. Вы. Серьезно? Я ликую. Ликуй, Настя, потому что Наташа остается со мной, а ты идешь к нашим стилистам. Да? Я? Да! Шутки в сторону. Я в шоке. Ну, нет, конечно, такое могло быть, но все-таки я почему-то вначале все-таки подумала, что мама уже обрадовалась, порадовалась. Ну, что ж делать? Посмотрим, что из этого выйдет. Я очень рада за тебя, тебя поменяют. Наконец-то ты будешь нормально, в светлом, чтобы в чем-то ходить, радовать людей. Ну, в любом случае, посмотрим, что из этого выйдет. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Стилисты ждут тебя. До встречи. Все, до встречи. Я считаю, что надо удалить черный цвет. И все-таки вспомнить, что нам все-таки 20 лет. Я бы тебе посоветовал почаще распускать свои волосы, делать что-то более хамское, что-то более наглое и что-то более агрессивное. Ну, то есть пошалить надо тебе, мне кажется, так немножко. А то слишком серьезно. Смотри, как пригласят в ритуальную службу. Что тогда будешь делать? Придется соглашаться, ты же карьерист. Совсем маленькая, мне было около 3 лет. Родители купили мне очень очаровательный желтый костюм. Я была как маленький цыпленочек, вся такая желтая, яркая. До того момента, пока я не свалилась в этом новом костюме в масло. Сама? Специально? Нет, не специально. Это в магазине продуктов разлили масло, и как бы мне повезло больше всех. Вот и на службу, и на встречу с друзьями.
с молодыми людьми. Даже можно пойти. Так что все теперь в твоих руках. Настя, ну что, есть желание себя увидеть? Я уже вся в нетерпении. Я очень волнуюсь, мне очень интересно. Прям хочется поскорее. Ну что же, давай поскорее тебя увидим. Да, давайте. Вау! О, мне очень нравится, правда. Очень непривычно, совершенно ни одного черного цвета. Новая прическа. Правда, я себя не узнаю, мне очень нравится. Огромное спасибо вам и всем тем, кто помог мне стать такой. Правда. Я думаю, что я буду поддерживать этот облик, мне очень нравится. Правда, можно же обойтись без черного, правда? Да. Наташ, ну что, вы рады за дочь? Ой, безусловно, я очень рада, что наконец-то у нее будет какой-то новый облик, совершенно я спрячу эти все черные вещи. Волнуетесь? Очень. Давайте же посмотрим на нее. Давайте. Настя, заходи к нам. О, с ума сойти! Я тебя не могу узнать вообще. Тебе нравится? Я просто в шоке. Она такая красивая. Я просто в шоке. Я не знаю, у меня нет слов. Не сравнить с тем, что было. Мам, это... я так рада, что тебе все понравилось. Все, мне я так боялась, что тебе вдруг не понравится. Ты такая яркая. Тебе нужно носить все яркое. Твои глаза заиграли новыми красками просто. Ну, мне кажется, да, я в себе тоже что-то открыла. Сегодня что-то новое. Все будут просто в шоке. Ну, коллеги и друзья, по крайней мере, точно будут в шоке. Они точно такого не ожидают. Что изменится в жизни Насти, как думаете, Наташа, после такого? Ну, мне кажется, она сама изменится и будет уже не таким синим чулком и офисной, не пугайся этого слова, крысой, а станет ловить все яркие краски на лету. Я просто в шоке. Вы мне преобразили просто девочку, я в шоке, честно. Вот так. Стоит одно измениться, как другой тоже хочется что-то поменять в себе. Может быть, это и к лучшему. Главное, чтобы наши эксперименты помогали героиням стать счастливее.